Пикник – это всегда хорошо. Давайте посмотрим, какие товары пользуются спросом на AliExpress. А также не забудьте подписаться, поставить лайк, ссылки на товары будут в описании. Портативный мангал поможет приготовить мясо, рыбу или овощи гриль на озере или в горах, на природе или даже во дворе дома. Теперь не нужно искать кирпичи на пляже или изобретать самодельные шампуры. Достаточно взять с собой ручной мангал, и вы сможете приготовить абсолютно все. Мангал для барбекю весит совсем немного и имеет ручку для переноски вручную, даже если у вас нет автомобиля. Мангал можно удобно нести в руках. Для установки мангала потребуется всего несколько секунд. Раскладной мангал изготовлен из прочного металла и покрыт специальным жаростойким покрытием, благодаря которому срок службы увеличивается в несколько раз. Конструкция мангала сделана так, что на ровной поверхности он очень устойчив к опрокидыванию. Туристический мангал позволяет готовить как на сетке, которая идет в комплекте, так и при помощи шампуров. Достаточно снять сетку и установить шампуры. Благодаря нижней сетке под углями циркулирует воздух и поддерживается постоянный жар. Легкий, миниатюрный и простой в уходе мангал. Очень удобно брать с собой на природу. Как мангал использовать этот девайс не очень удобно. Маленькая камера сгорания требует использования угольных брикетов длительного горения. Обычный уголь сгорает быстро. Жир с тех же колбасок для жарки течет, все горит, когда поливаешь водой, уходит температура. Одним словом, не очень. Но, как плита для приготовления на огне, а-ля печка-щепочница, очень даже хороша. Несмотря на немалый вес, я беру ее на все вылазки. Прекрасен он как мобильное безопасное костровище. Переставляешь как хочешь, даже переносишь, если надо. Прекрасное устройство, но не ждите, что гриль на нем будет удобно, разве что в фольге. Силиконовые щипцы – это незаменимая вещь на любой кухне. Они не поцарапают поверхность гриля. Такими щипцами можно переворачивать мясо на сковороде, накладывать спагетти и салат и делать еще множество дел на вашей кухне. А яркие сочные цвета будут поднимать настроение и способствовать приготовлению кулинарных шедевров. Кулинарные шприцы используются для равномерного просаливания или маринования продуктов, в частности мяса и птицы, для последующей кулинарной термической обработки. В зависимости от используемых рецептов, приправ и специй можно получить готовый продукт с необычным экзотическим вкусом. Для равномерности ускорения, а также тщательности просаливания и пропитки ароматическими веществами, другими вкусовыми добавками мясных продуктов птицы применяют шприцы. Эффект подобным образом обработанных заготовок очевиден. Другими способами приправить крупные куски мяса равномерно попросту невозможно. Шприц имеет иглу с отверстиями на боковых поверхностях из нержавеющей стали, которая прокалывает мясо любой жесткости, просто разбирается и моется в посудомоечной машине. Обработанное таким образом мясо сохраняет сок, равномерно пропекается и в зависимости от рецептуры, маринада или приправа имеет незабываемый вкус. Ну а чтобы не мерзнуть на природе, вам пригодится плед-толстовка. Это великолепная большая и теплая толстовка, которая легко согреет вас даже в самые холодные вечера. Ее размер всего один, и он весьма большой. Она очень уютна. Возьмите ее с собой в поход или просто релаксируйте дома за просмотром любимых фильмов. Она идеально подойдет как для одного, так и для другого. Внутренняя часть белая. Вы всегда можете вывернуть толстовку наизнанку, если хотите, чтобы она была белая. Ведь толстовка двухсторонняя. Данная кофта имеет теплый искусственный мех, который нежен для кожи и не вызывает зуда от ворсинок, как часто бывает от меховых толстовок. Один размер подойдет как взрослым, так и детям, ведь размер именно этой толстовки не особо важен, главное те ощущения, которые она подарит отношениям. Толстовка с капюшоном будет комфортным и приятным местечком для проведения прохладных деньков. Порадуйте себя и своих близких таким приятным подарком. Если вам понравилась подборка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылки на товары будут в описании.